Ma di Ma Всем привет! С вами Акула и Космонавт. И мне хотелось поздравить вас всех с Новым годом. Я даже записала какое-то поздравление, вот, читая его по бумажке. Но потом я это все переслушала. Получилось очень скучно, очень неприкольно, вот, очень вымученно и противно. Вот. Но поздравить мне все-таки хотелось, поэтому я решила, вот, что Изабель скажет про наступающий Новый год за меня и все такое прочее. Вот. Но она, как всегда, высказалась, что был год таким хорошим, ай-яй-яй. Ну, может быть, у нее и был хорошим, да. Вот. Но на самом деле, что я хочу сказать, как это всегда говорится, этот год был сложным, это был непростой год, да? Вот. Но на самом деле с вами он стал немножко полегче. Вот. Спасибо вам, что были со мной в этом году, что поддерживали своими комментариями, лайками, вот, давали какие-то советы, не спойлерили. Вот, это очень-очень здорово, очень приятно. Хотя я знаю, как сложно бывает удержаться от спойлеров, от советов спойлерных, когда ты видишь, что кто-то играет в твою любимую игру неправильно. Господи, сейчас все запорит. Дурацкий стример. Вот, спасибо вам за это. Вот, за то, что не спойлерили и давали советы. Вот, очень ценю это. Ну, что еще хочется? Наверное, все-таки пожелать, да, надо что-то на Новый год. Вот, ну, давайте пожелаю, чтобы все плохое осталось в прошлом году. Вот, чтобы в этом году нас ждали приятные сюрпризы. Вот, только приятные. Вот, чтобы наши труды приносили достойные плоды. Вот. Там вот у меня, кстати, огородик где-то есть. Кстати, надо посмотреть, что на огородике творится. Вот. Чтобы вся работа была в радость. Вот. Чтобы учеба давалась легко. О, надо будет снеговика слепить. Вот. Чтобы на все хватало времени, и на учебу, работу, и на какие-то маленькие и большие радости. Вот, ведь именно из этого состоит наша жизнь. О, помидорчики взошли, и все остальное надо пособирать. Вот, чтобы вся, в общем-то, ваша работа приносила вам такую же радость, как вот собрать помидорчики в игре, да, очень здорово, очень приятно. Вот, чтобы все проблемы обходили вас стороной, чтобы не болели ни вы, ни ваши родственники, родные, близкие, дорогие вам люди. Вот. А если кто-то сейчас болеет, то скорейшего вам выздоровления и вам, вашим родственникам, всем вообще, всем кому угодно. Вот. Желаю нам всем сбычи мечт, исполнения желаний. Вот. И счастливого Нового года. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.